Всем привет, дамы и господа, с вами Неломоб. Мы играем в игру под названием Gas Station Simulator. Я тут сейчас уже начинаю работу свою. Свою плодотворную работу. Касса топлива у клиента. У топлива. Давайте сначала клиента с этим самым, с бензином обслужим. Вот, берем, заливаем. Точность, хорошо. Теперь идем обслуживать клиента в гараже. Так, клиент в гараже. Что у вас? Рассказывайте. Вижу, у нас с колесами тут есть проблемы. Зеркал нет. Так, что у вас? Говорите. Колеса? Ну, колеса я купил. Так, меняем. Кстати, что мне нужно сегодня сделать в этой игре? Ремонт авто. Больше уже 13 даже поремонтировал. Обслуживание клиентов. Вот у меня с обслуживанием клиентов какая-то ерунда происходит. У меня мало чаевых дают моему... моему клиенту. Так, что ты бежишь? Что с тобой происходит? Как-то своей жизнью живет у меня этот самый персонаж. Немножко как-то, видимо, игра подлагивает на моем компьютере. И он у меня как-то двигается с какими-то задержками. Сейчас вообще зависло. О, развисло. Ну, интересно, интересно. Хотелось бы какую-то оптимизацию для игры, чтобы разработчики какой-то патч выпустили. Потому что иногда есть лаги. И это печалька. Так, ладно, машины. Have a nice day. Ой, как-то оно вообще странно себя ведет. Как-то он странно ходит у меня. Он с задержками, что ли, передвигается. Клиент у кассы. Ой, сам бежит. Смотри, ничего не нажимай. Сам бежит. Смотри. Как будто бы залипнула кнопка. Бежит сам. Он сам бежит куда-то. Куда-то сам бежит, куда не знает. Так. Заказ есть, топливо есть. Так, может мы его поставим, если у меня обслуживание клиента магазина. А что я не могу двигаться вообще? Что-то глючит игра как-то сегодня странно. Давайте ему поставим. Смотри, что происходит. Он у меня как-то бежит сам. Как-то очень странно. Мне надо, наверное, игру перезапустить, потому что такое я не видел. Давайте я нажму на паузу. Сохранение сделаю. Перезапущусь, а потом уже подумаю, что мне делать с этим... С этим человеком. Так, что? Попробую вначале не игру перезагрузить, а просто в меню выйти, еще раз зайти. Так, подгрузился. Сейчас посмотрим, как будет себя вести персонаж. Значит, собираем мусор. Собираем мусор. Собираем и выносим. Значит, мы его с кассы забираем. Мне нужно больше чаевых. Значит, мы тебе сейчас назначим другую какую-то работу. Список задач. Давайте... отправим его прибери на заправке. О, давайте уборкой его отправим заниматься. А сами попробуем пообслуживать за чаевые. Вон, пускай тут поубирает у нас. А мы попробуем. Вот уборка нам тоже будет не лишней. Так, хорошо. Тут у нас, что у нас с бензином, кстати? У меня 70 литров. Скоро надо будет заказывать. Просто мне нужны чаевые. Я вижу, что ему что-то чаевые совсем слабо дают. Совсем-совсем. Так, а вот мне чаевые капают. Обслуживание клиента магазина. Автомобили заправлены. И заправка мне нужна еще побольше. Целых 20 тачек мне нужно заправить. Я склоняюсь к тому, у меня сейчас много денег. Если мы хотим больше заправлять... машин, то мне нужно купить еще одну, улучшить, короче, свою заправку. В плане оборудование, прочее. Вот здесь? Нет, не тут. Парковки, туалеты. Я хочу сделать, чтобы мне можно было сразу... Вот это я хотел, $250. Еще одну колонку поставить, да. Угу. Топливная колонка 2. Клиенту гаража. Выход. Хорошо. Две у меня топливные заправки. Клиенту гаража. Идем к клиенту гаража, посмотрим. Что с ним? У меня $1300. У меня очень приличная сумма денег, кстати. Хочу вам сказать, накопилось. И это хорошо. Мы сейчас будем с вами спокойно работу делать. Так, два зеркала. У меня их два есть. Но одно точно вижу, есть зеркальце. По-моему, сейчас очень дорогие. По-моему, сейчас они были дорогие, эти зеркала. Я не смогу, наверное, оба ему предложить зеркало. У меня их два нету. Придется подождать вам. Мы сейчас будем оформлять доставку. Во-первых, средства для удаления
царапин. Раз, два, три, четыре. Зеркало. Два вот этих. Попробуем сделать вот такой заказик. Так, потом доставка, товары. Давайте какие-то напитки, что ли, закажем также. Закуски, алкоголь, сигареты, мороженое. Сейчас все наклацаю. Автохимия, газета. Вот с этим пока что полки я, по-моему, не купил. Так, пробуем оформить. Оформилось. Что еще? Оборудование. Ага, две я... Клиенту гаража, едет клиенту касса 3. Ой, идем чаевые зарабатывать. Так, куда я пошел? В ту сторону побежал. Так, бежит убирать. Бежит убирать, а мы идем на кассу. Так, раз, два, три. Супер. Не за что. Так, place all. Нажму в этот раз быстрее, чтобы заполнить это все дело. Так, раз, два, супер-дупер. Так, Маврик работает, что-то на бензин не слишком много людей. Чаевые, 27,40, уже получше. Минимальная цель сегодня выполнить эту задачу. 66-я задача по счету, да? На бензине никого. Маврик где-то бегает, туалет убирается. Клиенту гаража. Машина мне нужна с доставкой. Вот, это с едой приехали. Ага, и уже вон приехали с шинами и с зеркалами. А я что-то туплю. Идем открывать. Две тачки приехало, больших грузовых. Так. Пока она заезжает, я парочку коробок сюда закину. Так. Так. Так, первая машина заехала. Забираем груз. Так, и устанавливаем ее. Так, одна поехала машина. Пока он там раздуплится, уедет, я тут уже коробку какую-нибудь закину. Контейнер. Грязную. Коробку. У медведя сейчас туда запакую. Тихо, не сбейте меня. Дверцы закрывайте. Давай вторую тачку. Склад, ворота, клиенту гаража. Знаем, знаем, знаем. Но я тут товары при выгрузке. Занимаюсь товарой. Товаровыгрузкой занимаюсь. Так. Где-то шарики непонятные. Что это такое? Ты кто такой? Что за шарики? Что это такое? Какой-то еще какой-то автомат дивный. Я ни разу его не видел. Что? А, там еще коробки были. Касса. Один клиент у кассы. Так, надо быстрее иди. Ой, ну ты коробок. Ну тут три пачки коробок было. Я думал, одна. О, последняя пачка. Well do. Все. Вали, 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 вали. Закрывайся. Уезжай. Ну-ка. Так, клиент касса, клиент топлива, ворота склада. Так, надо выработать себе какую-то стратегию. Закрываем. Значит, что мы делаем? Наверное, одного на кассе обслужим. Ой, 7 товаров. Ничего себе заказ. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7. Пойдем на бензина. Две тачки, что ли, на бензин? Бензин. $50. Ну-ка, подвинься. Подвинься, говорю. Так. Ого, вот сколько бензина заказал. 2. И теперь иду быстренько там, сразу закажу себе. Клиент на кассе, уровень топлива низкий. Понял. Ну, было зеркальце. Place all. Взяли зеркальце и поставили. Так. Все, $200. И вам have a nice day. Идем на кассу. Так, что с тобой? Уставший, я вижу. Маверик. F. Уволить. Список задач. На перерыв. Я сейчас занят. Ну давай, отдыхай быстрее. Все, на перерыв пошел. А тут я обслужу сейчас клиента. Обслужу клиента. Он всего лишь купил табак какой-то, по-моему. Или что-то такое. Так, тут никого пока что. Можно nice. О, place. Всех мороженых понемножку заплейсили. Выход. Идем сюда.
Place, 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 place. Так, тут что? Place, 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 place. Выход. Тут что? Place all. Place, 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 place. Выход. Что мне бензин нужно было заказать? Доставка. Топливо. 200. Заказ. Женщина. Так, что там по чаевым? 31 из 40. Хорошо. Дело движется к завершению. Маверик. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Покупочки, бензин. Есть бензин. Сейчас, две тачки на бензин. Опа. Так, раз. Подвинься. И... А у меня топливо закончилось, да? А машина где с топливом, кстати, едет? У меня закончилось... Ну, надо было повременить, подождать чуть-чуть. И не хватило топлива ему. Ну ладно. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Сейчас выгодно то, что у меня так медленно двигается дорожка эта. Потому что я успеваю все нормально туда закинуть. Топлива больше нет. Машины тоже не вижу. Я заказал топливо. Где-то она едет. 40 метров. Хорошо. Чаевые. Автомобили заправлены. Маверик отдыхает. Осталось две штучки здесь. Раз. Два. 5 баксов. Так. Мусор тут мне подкидывают. Молодцы. Молодцы. Так. Опа. У нас новый клиент. На автозаправочку. На авторемонт. Поспел. Так, ну-ка, у меня $185 осталось. С тысячи, я так растратил деньги все. Но оно все пойдет в плюс в любом случае. Так, рядом со станцией доставка топлива. Нет, топлива нужно быстренько. Топлива больше нет. Бегу, 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 бегу. С топливом разобраться. Так, по клиенту гаража. Топлива больше нет. Топлива рядом со станцией. Что у вас здесь, рассказывайте. Колесо? Колесо, давай колесо менять. Кстати, я вышел в меню тогда в начале видео, зашел обратно в игру и вроде наладилось все, более-менее нормально все работает теперь. Так, колесо есть? Второе колесо, у меня колеса закончились. Я заказывал, просто их не выставил на витрину, на стеллаж. О, я вспомнил, я хотел еще полки для газет и для там еще чего-то там купить. Я вспомнил. Have a nice day. Так, заправка поехала. Вот здесь я хотел... Во, 4 колеса. Зеркалов. Клиенту топлива, 2 штуки. Ух ты, тут он так сигналит громко. Клиенту кассы. Надо Маверика звать, наверное. Ставить его на заправку бензина. Awesome. Awesome так awesome. Awesome, так awesome. Но я пока без него справляюсь. В принципе, я успеваю все делать. Только что уборка. Вот это вот уборщик мне хорош, хорош, хорош. То, что он заметать может, убирать мусор, вот это мне забирает много времени у меня. А с этим нормально справляюсь. Так, чаевые. Пошли, чаевые. Хорошо. Так. Пивчик. Два пива. 36, автомобили заправлены. Машин новых пока что нету. Бензин завезли. Надо полный мусор. Надо звать Маверика. Клиенту кассы. Он наверняка уже там отдохнул. Набрался сил такой. Сейчас посмотрим. Все, отдохнул, иди работай. Так, поговорим. Оплата. Держи свои доллары. Теперь список задач. Прибери на заправке. Вперед. Так, он будет сейчас у нас уборочкой заниматься всевозможной. А мы идем на кассу. Нам надо еще получить 4 чаевых. То есть я могу получать чаевые. А что-то мой чаевые работничек не очень получает. О, мне дают чаевые только там. Сейчас еще полки надо поискать. Сейчас еще полки. Надо $400 есть. Мне на какую-то полку для газет хватит. Полочка для газет бы хотелось какая-то, да? Для журнала, вот такое всякое. Для макулатуры различные. Так, вода. Печенье.
Так, что-то... А что там? Маврик позаметал. Подожди-ка. Подожди, заказа клиента. Долго, клиент, думаешь? Точность 2. Так. Оп. Есть. Бежим, бежим, бежим. Обратно на кассу. 3 товара. Так, раз, раз. 3. Грейт. Еще один товар и парочка автомобилей. Ну, 5-8 автомобилей надо еще заказать. У меня миссия будет выполнена. Раз, два, три, четыре. Так, и мне хотелось очень полочку какую-то. Полочку. О, наверное, стеллажи. О, газета «Автохимия». Алкоголь, сигареты, мороженое. «Автохимия». Купить большой стеллаж на автохимию, либо малый. Большой хочу. И газету хочу большую. И на газету, и на автохимию по 2 больших стеллажа. Так, что там у вас? Чаевые. Нам, в принципе, больше не нужны. Мы можем Маврика сюда посадить. А вот нам сейчас интересно... Вот это, чтобы у меня было все сделано. Клиенту гаража. Клиенту гаража. Маврик подметает. Идемте посмотрим, что там. Автомобили заправлены. Кнопочку нажали. Сколько у меня тут этих шприцов еще для замазывальных? Зеркал. Так, дверь. О, замазывалку нужно. Берем. На двери. И мазюкаем. Замазываем. Трещины. Все? Это все? Клиенту топливо. О, как раз то, что мне надо. Две машины приехало на топливо. Пока он там надумает, я эту тачку заправлю уже. Точность 4. Раз. Что-то мне никто не хочет масло заливать. А я там масло накупил нормально. Так. Два. Так, теперь что? Ага, клиент на кассе опять. Так, мотаем это все дело. Раз. Два. Хорошо. Теперь я хочу нажать I букву. А я не нажимаются. Ай, табуляция. Ага, тут рюкзак. Стеллажи. По... Чем... Как он там... Что там писало? В общем, неважно. Мы его сейчас поставим. Стеллаж большой. Может, у меня даже не будет места, куда... А, вот тут стеллаж поставится. Хорошо. Еще один стеллаж. Это, наверное... О, это newspaper. Это газетки. Газетки. Сейчас мы тебя установим. О, теперь можно и заказать газеты будет. Сделать доставку. Но у меня не очень много денег. Давайте все равно закажем. Доставку, товары, автохимия. Вот тут есть какая-то недорогая. Раз. Два. Так у меня не хватит денег. Лучше газеты тогда какой-то дешевый на заказывать. У меня денег просто не очень много сейчас. Сколько у меня стоимость заказа, склад. А где мои деньги? Почему не... А, вон, $400. Угу. Значит, автохимия. Автохимия. 300 заказ будет стоить. Мои деньги 400. Вот это уже лишнее была одна химия. Ладно, вот так сделаем заказ. Что? Нет возможности на складе для начала поставок? Почему? Все по одному. О, ну так поместилось. Хотя бы так. Ладно. Клиенту кассы. 2. Раз водичка. 2 водичка. 3 водичка. Есть. Есть кто-то на заправку? О, есть. Ребята подъехали. Мне сейчас надо просто еще 10 клиентов. На заправку. Надо было раньше, наверное, купить еще себе двойную заправку. Так, уборка идет. Чаевые получаем. Мне осталось всего лишь заправкой заняться. Клиенту гаража. Новый клиент у гаража. Так, тут их трое. Слушайте, может Маврика поставить? Пойти. Может пойти. Ой, 7 штук. 7 товаров заказал. Клиенту гаража. Сейчас приедут еще с этими товарами. Сейчас приедут еще с товарами. Газетами с этими мощными.
Давай быстрее, быстрее, быстрее. Там клиент у гаража, там хорошие деньги. Мороженое. Как они тут много всего начали мне заказывать. $17 всего лишь. Что-то мало. Маврик пошел отдыхать. Устал. Понял. Отработал. Доставка, склад. Понял. Надо ее забрать. Тихо, машина. Пока там поднимается тачка на моем... У меня на ремонт... Подождите-ка, почему тут ворота открыты? Я не понял, почему они с двух сторон сразу не закрылись. Из-за автомобиля того? Это как-то странно. Меня же могли ограбить. Наверное. Так, ладненько. Будем надеяться, что это был единоразовый косяк такой. Well, do. Выезжай, я буду закрывать за тобой двери, потому что тут какая-то ерунда происходит. Так, тут какие-то гоночки. С этими гоночками я пока не понял. Куда? Выезжай, выезжай, выезжай. Дверь тебе даже закрой. Так, наблюдаем, закрывается ли это с той стороны дверь. А только это, честное слово, какая-то ерунда происходит. Нет, не закрылись, а что с ними не так? Почему они не закрываются? О, закрылись. Пока машина не выйдет, значит они не закроются? Клиент у гаража, клиент топлива. Так, гараж. Вот он мне уточку нарисовал. Иди, писюна. Какой ужас. Так, что у нас топливо? 70 литров. 52 бакса, 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 бакса. Что у нас? Так, нам осталось заправить 6 машин. На кассе 2 человека. Маврик, ты где? Маврик, ты мне нужен, дружище. Давай быстрее там отдыхай. Не справляюсь. Да еще один себе фургон, наверное, покупать. Либо же этого... Если я... Они могут двое в одном фургоне жить, интересно? Наверное, могут жить в одном фургоне. Но я не знаю. Мне кажется, нет. Все-таки надо каждому работнику нужен свой фургончик. Чтобы он там мог каких-то там женщин себе водить. И так далее. В гости к себе кого-то приглашать. Каких-то коллег. Так, низкий уровень топлива. Надо еще и топливо заказать. У меня всего лишь $300. Что еще? Зеркальце. Зеркальце с той стороны. Зеркальце быстро меняется. Что-то масло не хочет менять. Косак. Низкий уровень топлива. Так, давайте закажем. Доставка, топливо, 200, заказ. Машины сейчас на заправку приедут, и уже 70 литров нету, считай. Быстро, быстро расходуется топливо у меня уже. Очень быстро. Так, нужен мне 48 литров. Заказано 15. Кул, уровень топлива низкий, иду за этим, иду за Мавериком. И надо нанять, наверное, себе все-таки еще одного, но надо купить им трейлер. Сейчас посмотрим, могу ли я его нанять. Вот, и 5 машин нужно, он уже отдохнувший. F, список задач. Ну давайте уборкой пока его наймем. Pay, оплата, $15. Так, список задач. Клиенту топливо. Заправка автомобилей, бежги. Так, что, уровень топлива низкий. О, бежит машина. Бежит ничего. Вот она как раз подъезжает. Но пока Маверик добежит, мы тут сейчас заправим себе топливо, да? Сейчас мы хитро сделаем. Он начнет заправлять. Сколько там машин? Одна. Так, хорошо. Доставка топлива, вижу. Вот, он там начал заправлять. Мы тут начали запускать. Хитренько поступим. Так, Маверик работу работает. Хорошо. Что у меня тут с этими кио... О, газетки поставим. Много. Куча газет на это наприносили. Так, выходим отсюда. Тут ничего нету. Вот полка у меня для этого вот добра.
для этих вот, для этих всяких штук автомобильных. Все заправлено, Маверик стоит, там что-то заправляет. Сколько машин мне еще осталось? 4 машины заправить, я пройду. Так, и мне, что мне еще хотелось? Мусор поубирать не хотелось. Мусор поубирать не хотелось. И мне хотелось какой-то... Ну что, надо еще дождаться 3 автомобиля. Маверик стоит, ждет с моря погоды. Так, полицейские, кассы. Давайте кассу обслужим. Раз, два, три. Ого, 11 товаров. Ничего себе, газет поназаказывал. Видите, что происходит? А, я хотел еще один фургон. Либо еще одного работника нанять, либо еще один фургон попробовать. Боже, сколько корзинка сейчас не поместится столько. 33 бакса ушло. Так, мне было интересно по поводу этих работников начать разговор. А, можно даже вот так. Статистика. Найм. Трейлеры. Купить. Найм. Так, есть другие люди. Навык. Заправка 2. Уровень. Касса. Уборка. Зарплата. Допустим, эту. В резюме без колебаний говорит, что Амели ищет временную работу, ее цель стать светской львицей. Так, нет места для проведения новые трейлеры. Понятно, для каждого сотрудника нужен свой трейлер. У меня не хватает на трейлер денег пока что. Сейчас обслужу 10 товаров, он заказал полицейский. Сейчас обслужим. Автомобили что-то Мавриком тяжко там заправляются. 43 машины. Так, Маврик, что там с машинами? Вот, что-то подходит. Подходит, там что-то заправляет. Я уже с ним разобрался. Он просто устает у меня. Это полоска желтая, это когда он устает. Поэтому все проблемки. Так, 43 у меня машина. О, 44. Хорошо, еще одна машина, и задача будет выполнена. Yes. Мусор фармим. Так, рука. Оп, тихо, куда ты делась? Куда-то мусор в подземелье провалился. Ну ничего. Кто сигналит? Чё сигналим? Так, мы тут пока сейчас можем поубирать, что-то подкрасить. Или что-то как-то облагородить, чтобы клиентура побольше шла. Допустим, что там у нас с краской было? Моменты с красками мы какие-то тут... Помню, у меня какие-то были странные писюны нарисованные. Гуси. Так, допустим, вот здесь. Топливо. О, машина. Будь в зеленом, задание выполнено. Так. И что, покрасилось? Так, улучшите свою заправочную станцию до 4 уровня. Подсказка, вам нужно пройти все испытания, чтобы разблокировать обновление. Не стесняйтесь, выполнять их в любом порядке. Все испытания? Что имеется в виду под испытаниями? Клиенту гаража, клиенту касс. Осталось 5. Мне нужно как можно быстрее взять еще один фургон купить себе. Сколько у меня денег? 446. Подождите-ка, я без работника еще одного. Сейчас буду вообще задыхаться. О, еще один трейлер. Фургон. Вам нужно обновить свою станцию. А-а-а, не разрешают. Больше инфо. Что, для того, чтобы обновить ее, требования, недостаточно денег для обновления. Мне нужно обновить ее за 1000 долларов. Ну, сейчас надо, значит, усердно работать, 1000 баксов зарабатывать, чтобы это дело произошло. Раз, два. Так, иду в гараж. Маврик стоит, ждет. Устал немножко, Маврик, смотрю. Не понял. Клиент уехал? Расстроился? Хм. Маврик стоит? Стоит, смотри, о, мой работничек. Так, стал такой, смотрит. А я его Маврик называю, он Мацек какой-то, Мацек. Так, топливо вставил такой. Чик, клиент у кассы. Сейчас мы вас пообслуживаем. 500 долларов, чик забрал, оп. Оп, обратно. Все, вот так стоит и работает. И я работаю, и он работает. Все работают.
Так он сейчас устанет у меня. Он сейчас будет уставшим. И уже убежит. Так, давайте, давайте, давайте. Мне нужны ваши деньги. Быстрей, быстрей, быстрей. Быстрей. Так, а мне можно было бы, наверное, продуктовую полочку заменить. Но когда мы прокачаем, наверное, свою до 4 левела заправку, у нас будет здание покрупнее, я, наверное, уже сделаю, куплю еще одну полку для еды побольше. Я так себе представляю. Так, ну нам нужно косарь баксов. О, масло купили. О, $8 всего. Мы же его подороже брали, по-моему. Или это чаевые были? А, $42 оставил он, да? А то были чаевые 8. Наверное. Так, что тут? Тут товаров нельзя поставить. Place, 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 place. Закончилось мороженое. Тут товаров нет. О, сигареты. Я забыл про сигареты напрочь. Сигареты надо купить новые, значит. Тут воды нет. Это, вот это, вот это снеки, вот эти вот. Вот эти полки. Ой, у меня ходит бандит маленький, где-то там смеется. Этот обычный детский смех означает, что кто-то мне стены разрисовывает. Так, да, подкрасить чуть-чуть. Чтобы было как, кому портить их? Чтобы было что портить? Так, какой-то там сигнал был. А, это, видимо, там не могли просто проехать. О, там ходит, рисует. Шкодник, шкодник, где он? Вот он. Лови его. Лови. Да. А что, я могу ему щелбан дать какой-нибудь? Подсрачный. Надо только в него чем-то кидать. Все мне разрисовывает. Я бы в него чем-то запустил с удовольствием. Да у меня нету ничего. Вон, он там портит мне стены. Вон, инопланетян мне рисует тут, понимаешь ли. Топливо. Чем бы заняться? Мне нужна денежка. Но я крашу, в общем. Инопланетяна закрашу. Хотя красиво, мне понравилось. Хороший рисунок такой инопланетян. Клиент у топлива. Мацеек или Маверик. Работу там, надеюсь, работает. Так, вот здесь сейчас подкрасим стену. Так, я думаю, он там не устал. Надо проверить, он какой-нибудь заправляет. Не заправляет. О, стоит вроде там. Найс. Клиенту кассы. Уйдем клиента на... О, писюн нарисовал кто-то мне. Ай-яй-яй-яй-яй. Надо быстренько... Это гусь, гусь. О, гусь. Утка типа. Лапки внизу. Но мы же-то с вами понимаем, что это за... Что это за рисуночек? Так, идем на кассу. На кассу бежим. Что-то меня опять заносит как-то в этой игре. Это странно, тут двигается, у меня влево идет сам. Так, меня спасла касса. Я попал на кассу, нажал, зацепился. Так, три товара. Три товара, три товара, три товара. Осом. Че, его все равно влево тянет кто-то? Да отпусти ее. Отпусти. Так, о. Это что, курица кусок? Нет, это череп. Мусор. Оп. И выкинуть его туда, подальше. Так, ленту гаража. О, $700. Сейчас. $700. Клиенту топливо. Там Маверик работает? Или Мацеик? Нету уже его, он пошел отдыхать. Не-не, заправляет. Он очень сильно устал. Поговорить. Оплата. Оплатить все деньги. Закрытие. Так, я не могу себе купить еще одного работника. Очень жаль. Клиенту гаража. Что у вас? Рассказывайте. Два колеса. Этот будет хороший клиент. Потому что много всего. Детали для ремонта 5 штук. Ничего себе. 5 деталей. Он, верняк, где-то долларов 300 минимально оставит. Даю гарантию. Даю свой прогноз такой, что он где-то $300 оставит мне. А ну-ка, даже интересно, сколько. Ну, вижу, что на кассе люди, на топливе. На топливе там, наверное, Маверик или Мацек, или как его, Мацек. Мацек уже убежал от меня. Что там, еще одно колесо? Не, зеркальце. Опа. Зеркальце. Ты мне зеркальце скажи. Так, есть. Что еще? С другой стороны зеркальце. Есть у меня еще зеркальце? Есть. Так. Так, ну-ка, что еще? Масло. Масло давай заливать. Масло мы редко заливаем. Так, поехали. Пьем. Оп. Так, закончить.
супер. $395 было оплачено. Клиенту топливо 2. Мацек убежал. Бежал отдыхать. Ну это очень, очень быстро справляешься с этим заправкой. Ого, так много бензин. Нет, только не выброси меня из игры. Выбросила! Меня выкинуло из игры. Бывает такое. Я не знаю, что с этой игрой происходит, но меня иногда с этой игры просто нагло берет и выкидывает. Чуть-чуть не дошел до того момента, чтобы $1000 насобирать. Ну, уже в следующий раз тогда откроем уже четвертый уровень станции. А пока что тогда и так уже видео 3,5 часа закончим на этом моменте. Увидимся в следующем видосе. С вами был Ниломоб. Всем пока-пока.